На базе ОМОН «Восток» регионального управления Росгвардии прошел день открытых дверей, посвященный 30-й годовщине со дня создания отряда. Сотрудники организовали для гостей выставку техники и вооружения, экскурсию по базе. Желающие смогли примерить различные элементы экипировки, побывать в салоне служебных автомобилей и рассмотреть настоящее боевое оружие. Сотрудники отряда обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в регионе, осуществляют боевое сопровождение межведомственных операций, мероприятий по задержанию преступников. А с начала специальной военной операции Приморский ОМОН с честью выполняет поставленные задачи, свидетельством чего являются многочисленные государственные награды. 30 лет – это исторический путь, который прошли подразделения ОМОН, в частности, подразделение ОМОН «Восток». Когда от простых спортивных парней, которых набирали в 93-м году, сейчас это боевое, профессиональное, технически оснащенное подразделение, готовое решить любую поставленную задачу. Поздравляю вас с праздником! Только с начала этого года сотрудники ОМОН «Восток» участвовали в проведении 111 межведомственных операций, в результате которых задержали 44 злоумышленника. При участии бойцов отряда изъяты оружие, боеприпасы, взрывные устройства, наркотические средства и биоресурсы. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.